Hello, друзья, с вами StealthPro, и сегодня я покажу обновление Toolbox мода для Minecraft Pocket Edition. После данных этого мода в вашем Minecraft появляется настоящее графическое меню, с помощью которого сможете настраивать ваш Minecraft так, как вам удобно. Наверное, все уже видели вот эту менюшку, и, возможно, все играли с этим модом, друзья. Но в обновлении нам добавили вот такую большую мини-карту, на которой мы можем видеть разных мобов и разные постройки. Например, мы там видим курочку, который бегает, и там мы тоже видим курочку и овечку, друзья. А там далеке мы видим робота, да, маленького робота, но все же мы его детализированно видим. И эта карта у нас располагается тут в этом меню, друзья. И также с помощью кнопки Edit вы сможете ее настраивать. Вы можете сделать ее совершенно крошечной или сделать ее совершенно огромной, даже на весь экран, друзья. Это очень классное обновление, но это еще не все. Также здесь нам изменить телепорт, он стал более плавным и хорошим, друзья. Изменили или исправили разные баги и ошибки, которые были допущены раньше. Также нам изменили X-Ray, наверное, все знают, что такое X-Ray. Ему добавили тоже настройки. Вы сможете настроить руды, которые вы будете видеть в режиме X-Ray. Например, вы сможете сделать золотую руду, вы будете видеть только золотую руду, друзья. Это очень классно, и это очень классное обновление. И оно мне сразу понравилось, потому что, ну, просто очень классное обновление. Также в этом моде есть и меню отладки, с помощью которого сможете посмотреть FPS в вашей игре. Ну, или посмотреть, сколько памяти жрет ваш Майнкрафт на вашем Android устройстве, и включается она вот здесь. Ну что ж, вот такой мод у нас был сегодня, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.